Доброго дня, в ефірі тема дня. Сьогодні ми будемо говорити про те, що до школи треба ходити із задоволенням. А от як налаштувати правильно себе і дитину нам розкаже Ірина Кураченко, психолог, психоаналітик? Доброго дня! Здравствуйте! Настала осінь, і логічно, що діти пішли до школи. От після літа їх дуже важко налаштувати до навчального процесу. Як це зробити правильно? Вы знаете, действительно, этот процесс — это стресс, и точно такой же стресс и для родителей, и для детей один, в одинаковой степени. Но я бы начала наш разговор с того, чтобы ну, отметила такие характерные особенности, которые свойственны детям этого возраста, потому что игнорирование или незнание этих особенностей как раз и мешает нам более эффективно справиться с таким вот сложным периодом адаптационным к новым условиям жизни. Какие это особенности? Эти особенности проявляются у ребенка в возрасте от возраста 3 до 10 лет. Ура! разных детей это может быть выражаться по-разному. Например, им свойственна глобализация, такая алогичность. Дети этого возраста очень эгоцентричные, у них очень слабо развита эмпатия, да, поэтому там вот всякие такие мотивации типа «мама вот устала, да, пожалей маму», она не очень сильно срабатывает или «пожалей папу». У них, скажем, вот эта вот последовательность, их точка зрения, то, что касается вербализации, то есть они преимущественно монолог, то есть они не умеют слушать, они могут очень много и говорить много всего такого разного. То есть, учитывая вот эти вот особенности, можно понимать, что дети с разным, и как я уже сказала, у детей это может быть выражено в разной степени. И поэтому они по-разному будут себя чувствовать, потому что совершенно новые требования. Но ну, это то, что мы должны с вами учет, учитывать тогда, когда дети идут в первый класс. Ну, если он, мы не можем узагальнити за всех школярів, так и сказать, как налаштувати, то давайте тогда про первоклассников. Давайте. Их век відомий, так для них то тоже есть стресс. Вот как его пережить и как налаштувати дитину правильно? Кстати, до сих пор еще спрашивают некоторые 6 лет или 7 лет, как лучше. Я бы сказала, тогда, когда ребенок сам готов, как когда он здоров и когда он адаптирован. А если ему 15, а он еще до сих не готовый? Ну, это уже проблемы, конечно, родителей, если они не смогли подготовить. Что такое значит готов? Готов — это он владеет речью, он может что-то, допустим, читать. У него есть способность удерживать в поле зрения объект один в течение 15 минут. Что такое адаптирован? Это значит, что он может вступать в коммуникации не только со взрослыми, понимает их требования, он может вступать в коммуникации со своими сверстниками. Физически готов. Это очень важно, потому что, чтобы ребенок был здоров. И вот сейчас, я почему на этом хочу остановить внимание, очень принято, в последнее время принято выбирать... Школы разные, элитарные, специализированные. И родители зачастую не обращают внимания, что эта школа находится очень далеко. То есть до школы можно добираться там 40 минут. Это очень проблематично для первоклассника, потому что дорога должна занимать не больше 20 минут. Иначе пока он дойдет в первый класс, в свой, на первый урок, он устанет физически. То есть нужно учитывать вот эти вот все моменты э, и, э, ну, в общем-то, решать, так, вас, там, с 6 лет мы отдаем ребенка в школу или 7. Вот если ребенок пошел нужно понимать, что вот эти вот процессы, они требуют своей адаптации. И разные периоды адаптационные существуют. Но, ну, наверное, мы можем говорить до месяца, тогда, когда ребенок приходит, и он привыкает к новым условиям, требованиям, какому-то режиму, какому-то порядку. Ну, то есть все меняется, да, поэтому нужно быть очень внимательным Так, а где ты уже пришли в школу? Кто-то у шей строчки, кто-то у сим. Вот как делать, что делать батькам? Как допомогти своим детям адаптироваться? Ну, я бы сказала, что важно позитивная мотивация. Да? То есть важно, чтобы вот этот процесс превратился во что-то приятное, и эмоциональное, потому что зачастую э, утро сработает. А утро с чего начинается? Утро начинается с нервов, с того, что ребенка начинают дергать, ты забыл, ты сложил, ты не забыл, ты то там то. То есть от того, как сами родители настроены на, на процесс обучения, от а того, от того, как они ожидают и что они в этом видят, и будет ребенок соответственно реагировать. Далее, сам процесс обучения. Э, Но ну, зачастую, вот, когда родители приходят со школы ну ну, что ты там получил, да, или что ты там выучил. Я думаю, что это неправильно. Нужно начинать вопрос ребенка с общих интересов, чем он жил, не только то, что касается школы. И я бы вот сказала, что с первых дней нужно избегать вот этих вот моментов, связанных с наказанием и поощрением за выполнение домашнего задания. То есть этот процесс нужно прививать к культуру к умственному труду, и это означает, что все уважают. То есть тогда, когда ребенок садится за домашнее задание, кстати, я не знаю, сейчас задает домашние задания? Так, у меня дитина учится в четвертом классе, Зараз задают первым, домашние задания. Uh, у першому теж задают, но уже у втором пивричке. Хотілося бы поговорить еще про домашние задания, как их выполнять батькам и чтобы они были комфортными вот. и для батькив и для да. дитине. Вот мы к, этому, к этой теме как раз и перешли, да. То есть э, с самого начала я бы советовала родителям не, не делать уроки вместе со своими детьми, э, потому что это как раз мы говорим о кризисе 7 лет, например, о детях, это их потребность к самостоятельности и Противлением родителей к этой самостоятельности. Вот, собственно говоря, суть кризиса 7 лет, это вот связан со свободой и ограничениями, которые родители выставляют. Больше старшим деткам, у которых уже есть домашние задания, если они не в силах выполнять сами. Что значит не в силах? Ну, вот они не понимают, так вот, как выполняется то или иное задание. Вот как комфортно налаживать дитину, чтобы с ней их выполнять? Ну, зачастую э, ошибку, которую делают родители, они сидят рядом, они, знаете, такие надсмотр которые сидят и ну палочки пиши перпендикулярно, да, вот как-то так. И у ребенка появляется дополнительное напряжение, да, потому что он все время он хочет получить ваше одобрение и слышит только какие-то упреки или может быть какой-то ваш суровый взгляд или угроза наказанием там и так далее. Поэтому у него вообще все у нас получается хорошо тогда, когда мы чувствуем свободу. То есть если есть какое-то напряжение, это мы зачастую совершаем ошибки, нам нужно это учитывать. Родитель должен быть советчиком, но не надсмотрщиком. И вот как я еще раз повторюсь, культуру конственного труду. То есть если ребенок садится за домашнее задание, то все вокруг это уважают. И не смотрят телевизор, и не бегают, и не носятся. И это такое, знаете, уважение к тому, что и э, отношение как к виду деятельности, которая також важна, як і робота для взрослого. Тільки не треба сравнювати з роботою, але к важності. Якщо вас правильно зрозуміла, то коли дитина робить домашнє завдання, а, краще не пильнувати це і поважати не галдіт, скажімо так. А як ви вважаєте, от наскільки важливі домашні завдання? От, наприклад, у Фінляндії там взагалі не задають домашні завдання, так, і вони діти дуже мало часу проводять у школах. Але... У Свита там одна из наикращих. Вы знаете, мне кажется, главное не домашнее задание, а сформировать у ребенка интерес к познанию. Потому что если этот интерес будет, он все равно будет что-то узнавать, как мир окружающий, через какие-то другие, не обязательно через выполнение домашних заданий. Да, он будет читать, он будет смотреть там, интересные популярные фильмы, да, он будет как-то интересоваться окружающим миром, и это тоже будет его развивать. Поэтому э, вот этот вот интерес, вы вот знаете, ко мне когда приходят, э, я работаю с детьми, и, и мы работаем на тестом. Я сразу вижу, кому интересно, да, который при... ребенок, когда приходит на следующую встречу, он говорит: а что у нас сегодня будет? Вот это развит интерес к новому. А тогда, когда это как наказание или какой-то долг, и когда детям говорят: это твой долг, это твоя обязанность, ребенок не в состоянии это осмыслить. А если а это не вже нацелово, что делать? Ну, нужно думать о том, как формировать мотивацию. Нужно думать о том. Есть какие-то порады стосовно тосоноцего? Ну, это задача не только родителей и учителей. Мне кажется, что предмет должен преподаваться очень интересно, да, и вызывать вот это вот разжигать это любопытство. Плюс я хочу сказать, что дети, начиная с первого класса, для них очень свойственный элемент соревновательности, да, вот можно включить, вот зная эту особенность, в этот включить процесс и понимая, что первоклассники все-таки еще играют, то есть выстроить этот процесс обучения вокруг игры и развивать это все. Как творческа, яка кота не ча. Ну от ми зараз сказали про школярів. А якщо казати про дітей дошкільного віку, mm -hmm. от їх часто батьки починають водити на якихось заняття, тобто чомусь навчати, хочуть зробити вундеркінда. От чи потрібно, потрібно це? А, кому це надо? Ну вот вопрос дети не потребуется детальное, потому нет, что, что когда, нет, родитель, кстати, когда родитель хочет сделать из ребенка вундеркинда, это родитель хочет, хочет ли сам ребенок. То есть нужно понять, я а, не против того, чтобы детей водили по разным секциям, кружкам, таким образом он узнает мир и а, смотрит, что ему будет интересно и где может быть а, он задержится или будет развивать какое-то из направлений. То есть а, водить нужно, но тогда, когда это становится уже дискомфортно Понятно, что, знаете, я бы каждый случай все-таки исследовала, потому что если ребенок говорит, что я не пойду больше в эту музыкальную школу, нужно понять причину. Или он не хочет заниматься, или он, ну скажем, боится получить неодобрение, боится неудачи, да? То есть с чем это связано? Нужно понимать, или может быть какие-то конфликты в той же секции спортивной, да? Или может быть там, ну, уровень притязаний может быть очень большим, то есть ребенку могут ставить какие-то такие ожидания от него, и он может... Не дотягувати і боятися, що він не буде відповідати, Якщо він не буде відповідати, його не будуть любити. Дякую, що прийшли і розказали. Не просто розказали, а дали поради батькам, як себе поводити, як налаштовувати дитину. Дякую. А я нагадую, сьогодні ми розповідали, як налаштувати дитину і себе, для того, щоб вона ходила в школу із задоволенням. У нас в осях була Ірина Кураченко, психолог, психоаналітик.